Да, добрый день, Коль. Привет. Показывай, что у тебя получилось. Так, сейчас я захожу тут в этот присоединиться. Все, звук отключаем. Так, а что у нас должно быть видно? Вот у нас есть файл какой-то, который не компилится. Компилить тебе придется по-другому. Давай, закрывай это. Да. Открывай окно. Это убивай, закрывай. Открывай PowerShell этот свой. Так, как администратор, да? Нет, как обычный человек, да. Да, вот это твой домашний каталог. Можешь МЦ набрать, чтобы увидеть его. МЦ. МЦ. Так. И никакой реакции. Сейчас. А, вот, появилось. Так. Ubuntu надо запустить вначале. Ubuntu. Запусти Ubuntu. Так, просто с командой. Так, Ubuntu, да. Ubuntu. Да. Вот. Я себе конспектирую порядок. Так, и теперь MC, да? MC, да. Вот. Угу. Так, ну вот, давай сделаем каталог work. Так, вот здесь где-нибудь. Ну да, просто сделаем F7. Так. Да, Слава. Вот он. Угу. Язык. Коля, извини, отключался, мне звонили. F7 все делает маленькими буквами обычно. С больших не надо. Сотри его, F8 нажми. Так, еще разочек. И еще раз создай маленькими буквами. Ага. Значит, давай мы так делаем. Сначала классы установим. Да, вот сейчас мы классы установим. Значит, у них глюк есть такой, у этого Windows и подсистемы Linux. Если ты из-под Windows пытаешься туда-сюда файлы записывать, у них права слетают. Значит, поэтому
если ты хочешь скопировать из твоего Unix в этот в Windows, то там, значит, а где он тут копируется? В Mount, наверное, попробуй. На вторую панель перейди по табуляции. И вверх, ну-ка, вверх. Вверх, вверх. Так, это... Еще выше. Еще выше. Еще выше, да? МНТ попробуй, нет? Есть там? Есть что-нибудь? С? Вот это твой диск С. Понятно? И ага. Ты сюда-сюда, но только под Unix переписывай, только под Unix. Значит, теперь давай мы с тобой сделаем классы. Для того, чтобы классы сделать, мы сделаем следующее. Я тебе команды пишу. В чате, да? Да. Так. Ты их... Нет, выше вот, вот. Вот сиди вот с волной в начале, да, вот это вот. Так, закрой этот МЦ, выйди из МЦ, F10 нажми в нем, чтобы в консоли сделать пока, F10 нажми. Давай, и копируй. Иди. Так, вот так мы копировали. Да, я не знаю, Ctrl-V должна работать, не работает. Не хочет почему-то. Да. Так, смотрим дальше. Полностью. Вставить. Так, жмем. Так. Следующую, да, вбиваем? Да. Так, все сделал. Теперь сделаем твой каталог с диссертацией стянем. CD Work делай. Вот, ну вот я тебе послал. Нет, нет, я тебе послал. А, я ну, дал, да. Скопируем. Думал, да. Чтоб да. Ты не думал, я посылаю все. Так, что он делает, непонятно. Yes. Yes. Он просит полностью. Yes, да, нажал все. Полностью, да. Так. Значит, так. Надо тебе сделать сейчас ключ поместить. И еще один ключ. Ты же старый помещал. Давай сгенерим еще один ключ. Ключ мы сгенерим таким образом. Сначала мы сгенерим ключ. Сейчас я тебе... сейчас тебе пошлю. Вот такое набери. Так, пока. А вот появилось. Угу. Совершенно загадочный набор букв каких-то. Очень простой, понятно. Enter, 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 enter. Так. Нажимай, еще нажимай. Еще.
Вот, все хорошо. Вот смотри, теперь ты должен... вот я тебе показываю, что ты делаешь сейчас. Вот Bitbucket ты открыл, да? Вот тут твое лицо, видишь? Открываешь, здесь мисс, вот твое лицо, настройки, personal settings. Вот тут написано SSH ключи. Да? Да. Добавить ключ. Вот здесь имя ключа сделаешь. А ключ у тебя будет лежать в каталоге. Сейчас. .ssh. Вот ключ. Id ed25519pub. Вот он твой ключ. Тебе нужно его скопировать будет туда. Для этого у тебя xclip есть команда? Вот просто. Нет. Не запускается, нет такой команды xclip. Давай установим xclip и сюда скопируем, да? Так, давай. Давай свой экран опять включай мне. Сейчас я войду. Так. Так, все, включаю экран. Значит, вот так, потом вот так. Вернее, вот так. О. Так, вот команду я послал. Такую команду введи. Сейчас, вот здесь настройки, да, вот они, personal settings. Так. Подожди, вот команду я тебе послал в консоли, вводи ее. Так, а куда я ее? Я вот здесь вот ее ввожу, да? В консоль, да. Да, вот сюда вот. Так, пароль вчерашний, да? После этого команда, чтобы скопировать ключ в буфер обмена. И по Ctrl-V вставишь в то поле. Так, ждем, пока он... Так, все, давай вот эту волшебную команду. Вот это. Ой, не скопировалось. Так. Нет, консоль. А, консоль, в консоли. Не может. Ну, значит, давай вот, вот это вот сделаем вот так вот. Вот так вот. Ага. Так. Вот эту строчку выделяй, копируй и вставляй туда. Опять же, выделять с помощью вот там, выделить. Вот эту строчку? Выделять. А, всю целиком, да. Значит, Ctrl-C. Да, и вставлять туда. Так, а где я вот тут? SSH ключи. Сейчас я сориентируюсь, где они. Слева безопасности, SSH ключи. Вот, выше
А, вот они, да. Так, добавить ключ, и сюда его пишем. Ниже. Так, ниже. А тут напиши, скажем, Ubuntu. Ну, просто любое название. Ubuntu напиши. Да. Добавить ключ, все. И теперь команду предыдущую давай запускай в консоли. В консоль переходи. И команду, которая git clone bitbucket org. Так. Над кейгеном, вот эту. Да. Вот это, да. Вот. Угу. Хорошо. Запускай Midnight Commander. МЦ запускай. Заходи в каталог ПХД. В каталог диссертация. Сюда. Угу. Пиши make. Пиши make. Пиши вот слово make. И Enter. Ctrl O сделай. Ctrl O. О. Так. Вот эту волшебную фразу набирай. Так. Угу. Да, теперь пишем. Так, что пишем? Ик. Не понял, вот. Ик? Маке. Маке. А, мейк. Так, да. Угу. Вот так, да? Ну, что-то он задумался. Это он генерит шрифты. Это первый раз он так делает. Mm-hmm.
Опа. Так, готов. Ctrl-O сделай. Вот этот файл default PDF. Проблема в том, что тут графических программ нету. Чтобы их поставить, это нужно еще одно шаманство делать. У меня сил сегодня не хватит на это. Давай скопируй это на правую панель, перейди в Mount C и какой-нибудь еще что. Так, как я уже не помню, как копировать. Правая панель, перейди там, ну, вверх поднимайся. В Mount, MNT. Вот он. Ну, в какой каталог какой-нибудь? Каталог там. В любой. Так, куда-нибудь пусть будет вот тут диск D. Вот, да. Ничего нету. Копируй туда. F5. Так, F5. Ага, да. Есть. И там я его увижу уже в Windows. Да, из Windows запускай, посмотрим. Так, это я все... Выхожу отсюда, нет? Как это? Нет, просто переключись на Windows и все. Сверни его и все. Так, сейчас мы смотрим, как это нам сделать. Где у нас D? О! Красота. Понятно, да. Вот все вот под этим псевдо-юниксом мы будем делать. Потому что это единственный путь, чтобы что-то нормально делать. Под Windows сделать невозможно, честно скажу. А значит, компилирую я командой make, да? Make, да. Ага, ну все понятно. Сейчас посмотрим о графике. Он как-то рисует. Прорисовывает. Очищаешь с помощью команды make clean, чтобы лишние старые файлы удалить. Вот такую команду в том каталоге наберешь, чтобы почистить ненужные файлы. Угу. Так, понятно, да, все прекрасно. А, ну вот графики, ну тут чуть-чуть съехало, но это... Ну это все... Это все временно, потому что да. Не все это войдет в результат, так что это мы все подгоним. Это все пока так, набросок. Понятно, да, черновой вариант. Ну все, вот, слава богу, получилось, теперь будем с этим дальше думать. Да. Так вот, видишь, Unix да. Это очень, вообще просто, большая часть научных программ, к сожалению, только под Unix нормально работает, а под Windows нужно испытывать кучу боли. Ну, понятно. Ну, будем перестраиваться, ничего страшного. Если вот так вот, да. Все, понял. Ну, теперь я составлю уже какой-то планчик, там, оглавление. Ага. И будем с ним работать, да? Да. Вот, все, Дим, спасибо тебе огромное. Вот, а то я не знал, как тут быть вообще с этим совсем. Все, спасибо. Тогда я все, приступаю. Давай, да. Все. Вот, спасибо. До свидания. Все, давай, счастливо, ну пока. Так, отключаемся.